Дорогие женщины и девушки, я Елизавета Светозарова. Хочу вас от всей души поздравить с наступившим 2021 годом, с переходом в новую эру света. И это действительно ощутимо. Я надеюсь, что вы это чувствуете, как все старое уже ушло, и мы перешли в новую, качественно новую эпоху. И я хочу вам пожелать женского пожелания на Новый год. Я хочу вам пожелать в первую очередь быть счастливыми по-женски. Быть счастливыми с самими собой. И тогда у вас все будет получаться, и все будет приходить к вам так, как надо, когда вы светитесь, когда вы принимаете себя и любите. Поэтому я желаю вам почаще благодарить саму себя, любить, обнимать мягко, нежно, кончиками пальцев, холить, лелеять, радоваться. Я желаю вам в этом году честности с собой, максимальной, слышать себя, быть искренней с собой и честно почаще задавать себе вопрос, что я хочу, что я чувствую, то, что мне нужно. Потому что именно это формирует наше дальнейшее движение по жизни, что к нам приходит, то, что мы хотим. Поэтому очень важно знать и слышать себя. И в этой связи я желаю вам быть в связи со своим телом, слышать его, ощущать его, больше быть в теле и в ощущениях, а в голове пусть у вас будет легкость, легкое парение. И еще я вам желаю хранения состояния изобилия. В каждой женщине есть изобилие. Она как материальная природа. Каждая женщина, она создательница, она творящее существо. И я желаю вам раскрыться в этом, в изобилии, в творении, в творчестве, в созидании. И верить в себя, верить в свои ресурсы, в свои возможности. И тогда будет больше доверия самому миру. А когда вы доверяете самой себе, тогда вы научитесь доверять и мужчине рядом с вами. Вот, поэтому доверие я вам очень желаю. И хранение этого состояния изобилия. Что бы ни происходило, какие бы сложные ситуации ни происходили, всегда держите состояние веры в лучшее, держите вдохновение своими идеалами, своими ценностями, там, тем светлым будущим, к которому вы стремитесь. Не приводите его в настоящее, держитесь как за ниточку световую, за ту красоту, за тот идеал, ту ценность, которая для вас важна. И да, я вам желаю красоты, высшей красоты. Красоты и в отношении к себе видеть себя красивой, видеть себя уникальной, потому что так это и есть. И тяги к высшей красоте, к изысканности, к тонкости, к изяществу, к тонкому вкусу, приобщаться к нему, постигать его, потому что это наша природа. Женская природа, женская сила в красоте. Так вот, чем больше женщина занимается своей красотой, уделяет внимание и внешней красоте, и тяге к самой красоте, к атмосфере, которую она создает,
тем больше уважения у нее к себе возникает, тем больше ценности у нее к самой себе возникает, и приходит больше энергии, больше ресурса. Женщина может расширяться. И я вам желаю этого расширения в новом году, бесстрашие в действиях и расширение своих масштабов. Потому что каждая из вас внутри королева, внутри хозяйка своего тела, своих чувств, своего пространства. И это пространство, оно только ваше, и вы можете создать уникальное, красивый мир, красивое царство и расширять его. В каждой из вас есть и мудрость, и весь ресурс, и все силы. Я вам желаю их раскрыть, верить в себя и быть бесстрашной в этом движении. Еще я вам желаю взять полный контроль за свои эмоции и за свои чувства и реакции. Не быть обусловлены другими людьми, обстоятельствами, а взять ответственность за свою жизнь на себя. Быть взрослыми, быть целостными, самодостаточными личностями. Быть как раз королевами. Потому что когда говорят про королев, все время почему-то воспринимают в одном формате, что это такая цаца, которая любит все красивое. Но королева и король — это те люди, которые умеют управлять собой, своими эмоциями, чувствами, самоорганизовываться. И поэтому они могут самоорганизовать и управлять большим пространством. Я вам этого желаю. Еще я вам желаю, дорогие женщины, реализации в счастливом супружестве и в счастливом материнстве. И есть некоторые, кто думают, что не для всех эта стезя. Я вам могу сказать, что это не так. На свете очень мало женщин, которым действительно не нужно проходить опыт материнства и супружества. Но их очень мало. И, как правило, они себя достаточно рано осознают, что им это не нужно. На самом деле женщина, она раскрывается во всей своей полноте и красоте именно в состоянии супружества и материнства. Тогда у нее раскрываются новые силы, и она начинает, вообще она расширяется, она становится настолько красивой, изобильной, сильной, мудрой. И я вам желаю не бояться пройти этот опыт, а быть честной с собой и раскрывать в себе свои же созидательные ресурсы. Вот. Не надо оглядываться на сложности. Храните веру в свои идеалы, двигайтесь к ним, двигайтесь к своей мечте. Любите себя, подкрепляйте себя своими наслаждениями, которые уникальны, индивидуальны для вас. И пусть и каждый день у вас будет время на занятия исключительно своим наслаждением, теми действиями, которые вас наполняют. Я вам желаю именно постоянно держать, стараться держать состояние внутреннего изобилия и радости. И если возникают какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне. Как к этому приходить? Как это держать? Я всегда рада и всегда на связи. Я вас люблю, благодарю, что вы есть. Благодарю, что мы все есть в этом большом женском кругу, подпитывающем друг друга. Света и любви вам. А еще я забыла сказать как раз про тот свет. Берегите, нет, почитайте, уважайте и благодарите мужчин. Они наш свет. Они наш разум. И не надо скупиться на благодарности и почтение ему.